Всем привет! Съемка из отеля, расположенного в Кемере, Валерия Бич Клуб. Наш отель располагается на первой линии. Думаю, сегодня ночью нам скучно не будет, как и следующие 7 дней, потому что наш отель расположен буквально через одно помещение заброшенное от известного клуба Кристалл. Там уже собираются люди, там уже тусят. Мы, собственно, здесь расположились в номере. На улице очень сильно душно. Сейчас темно, а утром можно увидеть море. Сейчас его не разглядеть, а вообще у нас еще вид из моря. Вернее, вид на море из нашего номера. Не только на улицу, но и вид на море.